Привет, меня зовут Глеб, и сейчас я расскажу вам про новый девайс от компании JTEC. Но перед началом обзора стоит упомянуть, что в мои руки попал образец не для продажи, поэтому конечный вид коробки может отличаться. На лицевой панели у нас, как всегда, расположился логотип компании, сам девайс и его название. На противоположной стороне технические характеристики и комплектация. Повторяю, она может отличаться от конечной. Корпус мода выполнен из металла и пластика. На лицевой панели находится довольно большая глянцевая кнопка Fire с небольшим светодиодом. В нижней части девайса разместился небольшой LED-экран. В самом низу у нас находится мой любимый USB Type-C, а в верхней части разместился картридж. Объем этого картриджа составляет 2 мл. Заправляется он посредством нажатия на специальный клапан. Работает данный картридж на сменных испарителях, коих довольно большое количество. Есть на сетке, есть на спиралях, и есть даже RBA-база, в которую вы можете установить свой собственный койл. Стоит заметить, что в этом устройстве напряжение на картридж подается не посредством затяжки, а благодаря кнопке Fire. В этом устройстве есть функция настройки мощности. Она происходит следующим образом. Вам нужно 3 раза нажать на кнопку Fire, после чего у вас появляется на экране специальное меню, и однократным нажатием на кнопку Fire вы меняете ваттаж от 5 до 20 Вт. И в заключении этого ролика я могу смело посоветовать данный девайс вообще любому человеку. Он обладает простейшим функционалом, у него невероятно вкусные картриджи, которые обладают регулировкой обдува, чего нет в 90% подобных систем. Он очень классно лежит в руке и обладает приятной тяжестью, что делает его просто бутичкой. Спасибо за просмотр, с вами был Глеб, и до встречи на нашем канале.